Доброе утро, с вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Суд вынес решение о взыскании 190 тысяч рублей в мою пользу с должника по договору займа. Так как добровольно возвращать деньги он отказывается, я обратился в службу судебных приставов. Прошло уже полгода, но денег до сих пор нет. Пристав мне говорит, что скоро будут прекращать исполнительное производство, так как взять с него нечего. Имеют ли право приставы вернуть мне исполнительный лист, когда в счет долга ничего не оплачено? Согласно закону, регулирующему деятельность приставов, вернуть исполнительный лист можно, если отсутствует возможность исполнить решение суда, отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все иные меры оказались безрезультатными. Возвращение исполнительного листа не лишает вас права подать его снова, чтобы начать заново процесс по взысканию денег. Помните, что если вы не подаете исполнительный лист, то спустя 3 года он утратит свою силу. Также рекомендую в процессе взыскания плотно работать с приставами, так как из-за большого объема работы часто приходится их подталкивать к достижению результата. Обязательно пишите письменные запросы через канцелярию, знакомьтесь с материалами дела, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей со стороны пристава, пишите жалобу на имя старшего судебного пристава-исполнителя. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране. Также вы можете посмотреть нашу рубрику еще раз на сайте odinobul.ru. И хорошего вам дня!